Всем привет! Без игрушек и жизни-то. А на Алиэкспрессе есть такое, что вы не найдете ни в одном магазине. Все ссылочки вы можете найти в описании. Поехали! Это, наверное, мечта каждого парня – достать такой аппарат из портфеля, чтобы похвастаться им перед другом. Это не просто пистолет, а настоящий пулемет. Этот автомат стреляет резинками на расстоянии в несколько метров. Подача резинок полностью автоматическая. Достаточно просто нажать на курок. Самый маленький недорогой в мире квадрокоптер с камерой на пульте управления, который может снимать видео и делать фото. Он способен зависать в воздухе на одном месте, делать разные трюки, включая перевороты на 360 градусов. Микроквадрик легко складывается в пульт и помещается в кармане. Необычная игрушка, которая имитирует реальные движения живой сороконожки. Она управляется при помощи беспроводного пульта, а заряжается от USB. Это не только детская игрушка. Коты и собаки просто с ума сходят от этой игрушки. Поэтому если охота поиграть со своей собакой или котом, не вставая с дивана, то этот зверь специально для вас. Легендарная игрушка детей 90-х подарит вам частичку счастья, где бы вы ни находились. Суть игры заключается в том, чтобы вырастить питомца, кормить, лечить его и даже убирать за ним какашки. Растет питомец месяцами, а сдохнуть может буквально за пару дней, если, например, не дать ему пожрать. Тамагочи – это такой девайс, который принесет вам массу радости и положительных эмоций. Это необычная игрушка-конструктор, состоящая чаще всего из 224 намагниченных шариков, что является самой популярной головоломкой в мире. Его популярность не уступает даже отечественному кубику Рубику. Они легко выстраиваются в самые разнообразные фигуры, а также можно объединить несколько неокубов в один огромный большой куб. Он очень хорошо развивает логику и воображение. Вы будете целиком увлечены этим процессом. Вас ничто не сможет отвлечь от этого занятия, ведь он действует на людей так, как Тетрис в свое время. Летающие рыбки и птички. Внутри у них помещается примерно до 1 литра легкого газа гелия. Таким образом, словно огромные воздушные шары, держатся в воздухе. Под брюхом есть балласт на рельсе, который при движении от носа к хвосту позволяет регулировать высоту летания рыбки, а плавники позволяют поворачивать ее. Все это контролируется с дистанционного пульта управления. Эта машинка может ездить по любой гладкой поверхности, горизонтальной, вертикальной, даже вверх ногами, то есть по потолку и по стенам. Все дело в специальной технологии, которая работает наподобие пылесоса. Специальные турбины всасывают воздух, создавая искусственную среду, близкую к вакууму, а гибкий обвес вокруг шасси поддерживает безвоздушное пространство. Уникальная летающая тарелка, которой можно управлять без прикосновений, словно магия. Просто приближаете ладони к тарелке, и она поднимается вверх и крутится в воздухе. Эта игрушка – настоящее чудо техники. Она сама отлетает от любых поверхностей, реагируя на приближение стен, плоскостей и даже рук. Тарелка словно управляется искусственным интеллектом, облетает препятствия и может подниматься на высоту до 30 метров. Радиоуправляемый футуристический танк. Его можно использовать для многих целей. Ведь это не просто игрушка, а передвижная система видеонаблюдения, управляемая с помощью мобильных гаджетов. Этот чудо-танк с микрофоном и видеокамерой делает фотоснимки, передает и записывает видео в реальном времени, а встроенная инфракрасная камера позволяет видеть в темноте. Этот вертолетик выполнен в виде птички из игры Angry Birds. Он оснащен двумя пропеллерами, которые обеспечивают хорошую устойчивость и управляемость. Радиус действия до 15 метров, а время полета без подзарядки до 10 минут. Корпус сделан из устойчивого пластика, а сама игрушка принесет радость не только детям, но и взрослым. Ну что ж, на этом все. Ставь лайк, если это видео было для тебя полезным, и не забудь поделиться им с друзьями, они тоже должны об этом узнать. Пиши комментарии и попадай в новый выпуск. А если ты еще не наш подписчик, то скорее подписывайся и смотри другие классные видео на нашем канале. Это будет лучшая благодарность мне за проделанную работу.